В Омске объявлен красный уровень террористической опасности. 3 дня на территории Советского округа будут дежурить полицейские, сотрудники Росгвардии и ФСБ. Реальной опасности для жителей городка Нефтяников нет. Это очередные учения. По легенде, преступники захватили отдел полиции, поэтому оцеплена территория в границах проспекта Мира, улиц Нефтезаводской, Энтузиастов и 50-летия Октября. Здесь будет введен так называемый правовой режим. Сотрудники полиции вправе потребовать документы, остановить и досмотреть любой автомобиль. И даже воспользоваться им, если появится такая необходимость. Также правоохранители вправе не подпускать людей к месту проведения учений и переселить живущих там в безопасные районы. В мэрии просят потерпеть неудобства, не идти на конфликт с полицейскими и оказывать им всяческое содействие. А вот как проходили учения.